я считаю, великий праздник, потому что принятие декларации о государственном суверенитете в условиях бывшего Союза еще это непростой вопрос был для того, чтобы союзным республикам, входящим в СССР, самим объявить государственный суверенитет как намерение жить самостоятельно, независимо, строить самостоятельное государство. Поэтому от этого идет отсчет, можно сказать, этот политико-правовой документ создал основу вообще создания нового независимого государства, каким является сегодня Республика Казахстан. Были поставлены очень правильные цели, задачи. Так задача и стояла, именно построить суверенное независимое государство. Это первая цель была. А потом были определены задачи в экономической, социальной сфере, культурной сфере. Вот, каким образом рассматривается этот суверенитет. Поэтому сегодня говорят, что как раз декларация о государственном суверенитете положила начало строительства нового независимого Казахстана.